Всем привет! Audi Q5 приехала ко мне на ремонт. Повреждения выглядят небольшими, но машина уже у меня в мастерской. Устанавливаю машину на стапель и разбираю. Итак, перед разобран. Вот основное повреждение на этой машине. Правый лонжерон. Основная сложность при его ремонте – это то, что лонжерон будет ремонтироваться с установленным двигателем. Это будет неудобно. Ну что, давайте начнем уравнять лонжерон. Первым делом я его вытягиваю. Лонжерон тянется очень трудно, металл начинает ломаться, придется металл нагреть. Это все, что я смог вытянуть. Чтобы закончить эту работу, я вырежу кусок лонжерона. Теперь я дотяну лонжерон и отравняю удаленный кусок. Но сначала я сделаю измерение, проверю высоту и диагонали. Примерю телевизор и подкорректирую размеры. I love you.
Размеры в норме. Теперь отравняю удаленный кусок и приварю его обратно. Сварочные работы закончены. Теперь ремонтное место покрашу. Итак, лонжерон покрашен и обработан антикоррозийным средством. Устанавливаю детали переда, проверяю зазоры. Моя работа закончена. На эту работу ушло 22 часа. На сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы видеть новые видео. Пока!